столице Приморья стартовал краевой отборочный этап второго открытого Кубка Дальнего Востока игры ГТО-2023. Сотни приморцев из муниципальных образований региона будут состязаться за возможность пройти в финал. Соревнования пройдут в течение 2 недель. Всего от жителей Приморья уже подано более 1500 заявок. Во время испытаний участники функционального многоборья должны показать свою готовность к труду и обороне, а также выполнению различных задач. В многоборье включены 7 основных дисциплин комплекса ГТО – челночный бег, прыжки с места в длину, отжимания, пресс, подтягивания, толчок гири и приседания с гирей на груди. Все эти тесты необходимо выполнить последовательно и на время. Соревнования среди представителей муниципальных образований края будут проходить до 25 июня. Организаторы приглашают к участию в соревнованиях всех желающих. От лица губернатора Олега Кожемяка участников поприветствовал министр спорта Жан Кузнецов, отметив, что Кубок Дальнего Востока и игры ГТО проводятся в регионе впервые по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Я хочу сказать, что вам предстоит в течение 2 недель проявить себя, проявить свои функциональные возможности, лучшие качества, силу, ловкость, выносливость. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная команда Приморского края, которая примет участие уже в финале игр в сентябре месяце этого года на острове Русском в рамках Восточно-экономического форума. Дорогие ребята, дорогие друзья, хочу пожелать вам верить в себя, верить в свои силы, побед и новых достижений. С праздником! Результаты всех участников внесут в протокол. По завершении игр ГТО будут отобраны 6 сильнейших взрослых спортсменов, а также 6 сильнейших школьников. Они представят Приморский край в финале второго Кубка Дальнего Востока, который пройдет с 10 по 17 сентября на острове Русском во время Восточного экономического форума. Отметим, региональные отборочные игры ГТО охватят все 11 субъектов Дальнего Востока. После Владивостока эстафета перейдет в Хабаровск, где соревнования пройдут с 26 июня по 9 июля.